приехали мы в Ленту нашей семьей. Сейчас заезжали в овощную палатку. Так интересно было, мужчина такой говорит: а я знаю вас. Я говорю: да вы что? Да, у вас, говорит, видео есть на YouTube. Я говорю: да нет, вы, наверное, похожи. Он говорит: да нет, это точно вы. Я говорю: да нет, наверное, похоже. Так смеялись. Я говорю: конечно, приятно, когда узнают. В прошлый раз тоже я здесь встретилась, подписчица с Наташей. Наташа, если смотришь, привет тебе большой. Да? Таня сегодня у нас в классных джинсах. Таня, Таня, Таня. Ну-ка покажись, дочь. Дочь, вот таких вот классных джинсах она. Но показываться не хочет. Артем захотел с нами поехать. Красавчик мужчина. Оп, что-то там пузо у вас торчит, видно. А поправите кофточку, дочь. Скажи, что-то пузо торчит, видно. Приехали за продуктами. Закончилось молоко. Я хочу посмотреть куриную грудку, овощи. Мы сейчас заехали, взяли помидоры, огурцы. Сейчас посмотрю, что здесь у них есть по акции, может быть, что-то. Так. Сейчас собираю посылку для Любаши в Германию. Благодарность. Люба, тебе тоже привет. Что-то посмотреть. На самом деле, встала огромная проблема. Никогда не думала, что в этом есть проблема. Найти какие-то игрушки, касаемые из мультиков. Представляете, их нет. Когда ты не задумываешься на эту тему, оказывается, в этом есть сложность. Обратила внимание на вот такую интересную игрушку. В прошлый раз Рома что-то ее разглядывал. А что такое, Ром? Есть шарики какие-то? Здесь дети, типа, маленькие. Там, посмотри, нарисовано. Все, поняла. Типа, первый это ребенок, потом аксессуары, какие-то горошки. Собери всех. Нифига себе, да? Игровой мус. Не будем всех собирать? Мы уже собрали. Да, можно. Только себе бери и Надюше. А в какую цену? А то я уже бери. Ну и что, и Лида захочет, да? Ну и Лиде бери тогда. Больше всего люблю покупать ненужные вещи. Так, ладно, что мы сюда зашли, не знаю зачем. А, я хотела глянуть что-то из игрушек, ничего я не вижу. Ничего я не увидела. И тогда идем мы напрямую, прямой наводкой в продукты. Какие классные чучела, веселенькие. Мне кажется, таких самих можно сделать из-за расхламленных вещей. Тебе не надо? Мне тоже. Диванчики классные. Смотри на него, скидка. Блин, а прикольно такая, да? Ну, вот я говорю, что на них, смотри, еще и скидка есть. Смотри, столик, ага, прикольно, да? Единственное плохо то, что здесь лето очень короткое и смысла как такового нет. Какие классные ежень, так похожи на настоящих. И они с разными мордашками. А, какие прелесть. Петушок тоже классный. Дочь здесь что-то рассказывает. Дочь, что ты рассказываешь? Помаши всем привет, привет. Помаши привет, привет. Чего ты, колбаська? Она предлагает ее взять на руки. На руки? Ну, какая она хитрая. Ну, оставь в машине, да, он здесь все равно не ловит. Здесь у них, мне вот это не нравится в Ленте, что у них сделано, как это, чтобы тебе не могут дозвониться. Вот это очень плохо. Сейчас кинулись, Рома мне говорит: а ты карточку взяла, а где у тебя карта? Лента скидочная. И я и забыла. И Роман побежал. У нас разбился графин. Надо купить графин. Угу. Нашла я графины. Их есть несколько видов разных. Это что? Это какая-то, наверное, для сыпучих.
Даже не знаю. Наверное, какой-то вот такой вот, который будет с крышкой. На мой взгляд, это очень даже удобно. Чтобы крышка была, чтобы никакая пыль не падала. Очень отлично. Здесь, конечно, он простые. Но я думаю, что такой с крышкой будет лучше. Да. Стою, выбираю чайник. Вот мне вот этот понравился за 889. Кажется, что он так неплохо смотрится. Конечно, есть вот такой вот еще. Но почему-то мне кажется, что вот этот вот понадежнее будет. Вы тут стоите, болтаете? Да, я вижу. Сейчас смотрю вот такие вот фляжки детские. Думаю, может быть, даже такой тоже в Германию отправить. И вот думаю, между таким мальчику, наверное, розовый не очень будет хорошо. Вот здесь очень туго открывается, очень туго. Может быть, это и к лучшему, что оно потом не разольется. Как думаете, сколько такая термокружка стоит? Непонятно пока. Тележки отдала мальчику, пришел Рома, и сама хожу гуляю. Вот это круто, как руки спустые, на самом деле. Заметила, это будто чем-то побрызгали. Завяжите? Дочка с банкой. Нравится тебе банку? Я живу. Что ты думаешь насчет черешни? С этой стороны ничего такая. А вот с той стороны что-то совсем печальное, а? Тоже как будто побрызганная. Ну она да, как будто чем-то побрызганная. Слушай, а дай еще один пакет Артема, а? Дай пакет еще один пакет накладывай. Пакеты, наверное, действительно такие есть. Огромные пакеты, чтобы больше брали. Это, наверное, лишние были. Внеплановые. Выбираю я себе губки, губки, перчатки и губки. Вот такие вот перчатки или вот такие вот перчатки. Я вот такие ни разу фрикен бок не брала перчатки. Я так думаю, что можно было бы их попробовать. Это М-ка. О, помощник у меня Артем. На, возьми эти, давай попробуем. Вот губки очень нравятся фрикен бок. Очень нравятся. Ну, как, что-то уже какой раз я прихожу, их нету. Мне по структуре они нравятся вот такие с большими дырочками, такого желтого цвета. Я уже какой день прихожу, их нет. Для меня это печаль, потому что я понимаю, что мой запас скоро закончится, и без губок будет печально. Губки я меняю где-то раз в 3 дня, поэтому они мне нужны. Роман, это я в прошлый раз говорила о том, что здесь в ленте есть вот эти вот ведра, смотри.
Вон они, для нашей швабры, как у нас. И я хочу посмотреть, есть или нет здесь тряпки. Именно вот на нашу швабру. Потому что это было бы вообще чудесно, если мы найдем еще и тряпку. Ку-ку, дочка, смотри, тут дынька у них по 50 рублей. Можно даже вкусную найти. У нас Роман умеет выбирать. Мы сейчас как его попросим, он выберет нам вкусную дыню. И она как-то нюхать, и которая сильнее пахнет, то и надо брать. Он сейчас как начнет тут во все тяжкие нюхать дыни. Дочка тут с ним. Артем, не хочешь помочь нюхать? Ну, там самое главное, которое вкуснее пахнет. Ты не разбираешься? Просто нюхаешь и все. Которая сильнее пахнет, ту берем. Ну-ка, давай носом. Так, ты по это берешь и нюхаешь. Ну, что-то вообще не пахнет. Но это явно не колхозница. Но я запах вообще не чувствую. Такие интересные крабовые палочки. Стоят они 302 рубля, но тут их реально много. 4 по 200. Крабовое мясо. Имитация. Взять такие, что ли, попробовать. Палочки. Сейчас еще посмотрим. Это замороженные. Может быть, есть свежие, не замороженные. Голень дорогая, мне кажется, 200 рублей. Печень по 240 рублей. Кто-то там уже возмущается. Да, берите на. Роман взял дыню. Насколько она у тебя вышла? На 190, да, дыни? Будет прикольно, если она невкусная. Нашла здесь чайники. Есть вот такие за 1200. И вот этот, по-моему, за 500 был. Ну, смысл тогда нет. Если это 1200, то да, лучше этот возьму. А вот. Роман обратил внимание, говорит, постоянно какой газете выкладывает, что красиво смотрится. Такие палочки вот еще взяла. Не вкусные. Че тут? Я устала, я лежать. Устала лежать. Папа только положила, она уже устала. Ром, там еще не все выложила. Фото запрещено, малыши. Что? Фото, видео запрещено. Роман. О, уже темно. Офигеть. Мы уже, по сути, почти последние прошли. Подошел, конечно, охранник. Начал мне рассказывать про то, что нельзя снимать. И начал мне говорить: так, у тебя есть минута, чтобы отсюда выйти, поняла? Я что-то залыбалась. Я думаю, вот охранники у нас какие есть. Такие, уверенные в себе, конечно. Все, поехали мы домой. Но я так думаю, что... это будет вставка. Сначала я хочу снять видео про чайник. Я специально купила чайничек вот этот, чтобы показать, как заваривается чай таким цветочком. Потому что у нас новый чайник, который специально заваривает, то есть по технологии чай. И вот хочу именно... сегодня попробовать. Поэтому эту вставку, как наш поход, вы увидите уже после. Ну, а на самом деле, это, конечно, было сначала. Мы сходили в магазин, купили этот чайничек. Ну, а потом уже, соответственно, мы пробовали и заваривали.
спасибо вам большое за то, что вы досмотрели это видео до конца. Вы снимаете, вы приложите. Магазин закрывается, коляски надо сдавать. Это надо тут почти. У нас продолжается та же самая история вежливости. Хватит, говорит, снимать. Нормально? Конечно, удивляюсь нашего народа. Всего дуть. А что, папа даст ключи завести машину? О, кстати говоря. Да, на. Угу, все, спасибо. Что, дочь, поедем домой? Модница в джинсах. Где тут? Это шум, это как он, который радары. Компрессор, компрессор кондиционера. Нет, вот, который, он только называется не антирадар, как его в народе называют, а как его называют, вот эту штуку? Как она правильно называется? Что-то датчик чего-то там, по-моему. Но это многие в народе называют, что это антирадар. Но нет, это не антирадар. Антирадар, кстати, запрещен в России. Так, к слову. Я не пристегнулась. Надо пристегиваться. Пристегиваемся. Поехали. И поедем домой. Лента только открылась, а Е уже не работает. Уже все, буквы нет одной. Так красиво, такое небо красиво. Видите? Пешеход как идет, так по диагонали. Напишите, вы такое видели где-нибудь? Кто тут у меня разговаривает? Возмущалочка моя маленькая. Подъехали мы к дому. Тут мои мальчики. Один. Там где-то второй прячется. Вон он. Так темно что-то. Все уже закончились у нас, что ли, белая ночь. Еще не так поздно уже. Да нет, темно. На время у них. У нас до сих пор звездочки, мы ездим до сих пор со звездочками. Мы их отклеить, что ли, не смог? Или не захотел, что-то так и не поняла. Танюшка у нас заснула в машине. Она красотка спит. Сейчас папа ее тихонечко отнесет, положит. А Артем хочет арбузик. Мы сегодня купили арбуз. Да? Хочешь арбуз? Очень.